Всем привет, и наконец-то мы дождались обновления на Mortal Kombat 11. Но, к сожалению, нам дали только одного персонажа, Шан Цунга. Все остальные пока что, увы, закрыты. Так. Я поставил первую рейтинговую, ну, предустановку способностей. И сейчас посмотрим, что у него есть за комбо. Может, тут напишут? Нет, это реально странно. Почему только один персонаж? Обидно. Shang Tsung. Sub-Zero. Серьезно? Tournament. Такая разница в озвучке? Да ну... Походу, актрису, которая озвучивала Кронику, в торопях заставили озвучивать. Или вообще кто-то левый говорил. Типа под ее голос косил. Но это да, это недоработка. Итак. Комбо. Хомбо. Лаги. Хомбо. Хом-хом, бэджи. Почта. Не то вообще делаем. Так, это, видимо, может быть старый. Череп. Да, это можно комбить. Далее, да, хом-хом. Ну, это, возможно, тоже можно комбить. Ну да, работает все по идее. Интересно. The Home End? Нет. Череп запустить не удается. Вот что-то сложное. VNT Send. Так, я чуть не так делаю. End Home, VNT Send. End Home, V. Как странно. And home, вы... Понял. Ну, в общем, это надо очень быстро прожимать. Это как у Sony с захватом. Интересно. Вот это классно. Это низ? Нет, это средняя. Но выглядит классно. Так. Ага. Понял. Продолжение. Айн Пэджданат. О, лаунчер. Неужели с черепком? Неужели с черепком не будет гамбить сразу? Нет, не там. Да я даже не то хочу. Так, ладно. Да я нафиг. Я попробую запустить. Либо я не могу правильно сделать. Раз, два, три и четыре. Похоже, не запускается. Я же нажал сначала бэджап. У меня же стоят быстрые кнопки. Почему нет? Так, бэджап вент.
Поджив Вентесант. Пайджап Вентесант. Понятно. Да, ого, ладно. Да, пайджап Вент, пайджап Пэджедаун. Энд? Нет. Интересно. Странно, но интересно. Так. Чуть не так. Нет. Ну понятно. Угу. Спецприемы. Ну понятно, череп. Да, можно запустить H3. Вот это интересно. Сложно. Извержение пламени с дыхом. Понятно. Ладно, не важно. Заход души. Делал. С апэджил. Понятно. Ну да, я близко, далеко, понятно. Натиск колдуна, депэдж даун. Вот так он, да. Так, ладно, за Саб-Зиро все равно не играю. Не играю. А как же все, видимо, всякие рептилии, Саб-Зиро, ну, Псайботы, это закрыто. Ермаки там. Я думаю, я их поставлю. Потому что это как бы фишка этого персонажа. Всякие превращения. Но, видимо, турнирной стойки такой не будет. Угу. Рептилия, Смоук, Ермак. Ну да. По сути, вот она. Основная его установка способностей. Ну вот что это? Шэньсун. Sub-Zero. Совсем другой голос. Shaolin Trap Dungeon. Как-то халтурненько. Вообще халтурненько. Забавно, у него слишком сложные комбинации. Чисто из кнопок. Разумеется, запомнить можно, но... Так, ну я думаю, что-нибудь продолжить можно. Просто я пока не знаю, чем. Но это интересно. SAP-шоп. Понял. Контратака. Рептилия. Вот это может быть интересно. Но я хотел закомбить. Не так. Я делаю не то. Да, я делаю подножку. Без того, что мне нужно. Опять. Ну да, вообще можно такую комбо сделать.
Но все равно все это усилять и слишком неудобно. Нет, это странно. Что-нибудь типа легче. The Home Homeland. Тут лаунчер какой-то был. По-моему, это ты был. Ну, может быть. Но что-то мне кажется, что это будет не про комбинации. Персонаж. А вот это вот интересно. Издалека. Лаунчер пока что вот этот будет. Хотя, может, просто что-то забыл, что-то пропустил. Home Homeland. Но я думаю, это тоже можно использовать. Вот, нельзя. And home. Да ё-моё. And home. Да хватит, что? Что вообще сложного? Понятно, нужно именно последние кнопки быстро нажать. Ой, какой гемор. Нет, это жесть. Это реально как с Соней. End Home Budget... А, это было. Это не лаунчер. The End Home Home. А, понял, понял. The End Budget Down End. Что? End. Так, ну-ка. В общем, это можно комбить. Но... как-то... правильно нужно комбить. А это нельзя в комбо включить. Вот это можно будет. Апельшоп и спиджедаун. А, не-не. Если только вот так. Чисто через низ. А с какого расстояния он поднимает? Не очень далеко, видимо. Как-то так. Так, ну проклятие это где скелеты из него кости вытаскивают. А возрождение Шакана это, по-моему, с Кентара. Ну, в общем, как-то так. Будем ждать какого-нибудь комбо-гайда. Или сам, может, что-нибудь попробую похимичить в это время. В общем, какая-то такая себе обнова с одним персом вместо 6 обещанных. Как-то так. Все, всем пока.